Что такое? Иди сюда, иди. Он уже понял. Я же говорю, конкурент виден. И что? Шпиш, да? Шпиш. Сейчас дам. Сейчас приготовлю, сейчас подожди, а то мы уже много с тобой. Гляньте на эту морду, друзья. Витя, скажи, как ты посмела, да? Ты мой родной. Я не буду давать, Витя. Я попозже, да. У нас еще один пакет. Я не смогу. Я не смогу, чтобы он сейчас я, Витя. Чтоб он не расценил как предательство, да, Витюш? Конечно. Хотела дать Серевалу. Я же в прошлый раз давала, он не видел. А сейчас я руку поменяю. Вот. И Витя вычислил. Ну вот как можно? Я не могу так, конечно. А то ребенок обидится. Бежи. Тащи. Сейчас, есть, есть, подожди. Витюхе? Он лег, успокоился. Я хотела дать Серевалу. Стою с ним, разговариваю. Только я достала шейку. Витя на морду вот здесь. Я не стала давать, потому что обидится ребенок, да. Ты что, это ж предательство. Его нельзя. Да, Витюш, да. Да. Да, оттуда кидали, видишь? Я сказала, калитку, может, сделают, да. Да, вот они глаза, такие ухи наши, да. Да, зачушек наш. Ложись. Да, ты теперь здесь будешь под сеткой охранять, да? Чтоб никому ничего не досталось, да, Витюш? Ну, ложись. Лежи, родной.